Всем привет! Сегодня мы участвуем в соревнованиях Анлим 2018, проводимых в городе Чите. Такие секции, 7 секций предстоит проехать. Секции различной сложности, есть водные преграды, есть триальные, в общем, разные. Такие участники у нас, еще не все подъехали. Классы 3 плюс квадрики. Машины только с лебедками. Без лебедки здесь проехать не будет возможности. Так, ну вот мы всей толпой пошли. Начали проверять секции. Смотреть, где ехать. Короче, подошли к одной секции. По кустам. Ну, сюда вроде не надо ехать. В эту горочку. Так, это у нас одна из секций. Водяная такая. Как ехать пока неизвестно. Это мы идем по трассе. Нужно туда забраться. Номер один секции не существует. Секция под названием «Водяной». Ребята, извините, глубина неплохая. Здесь вот заезд. Так, это очередная секция. Высота где-то двухэтажный дом. Диагоналочка. Че, все, приехали? Едем на следующую секцию. Позади две секции. Это у нас просто дорога между секциями. Там все повырывали якорями. Сегодня я в роли штурмана на Land Rover Discovery первом. Поэтому ты побоилась, скоро придется. С этих доездов. Тут уже очередь образовалась. Наверное, найдем секцию, где можно спокойно заехать. Больше газу.
Что-то не едет? Разгону, газу, газу. Давай, 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 давай. Стой! Назад надо. Давай, 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 давай. Не, назад надо. Ой, аккуратно! Вообще. Давай, давай, да не успеют, успеют. Все, беги ты, главное, штурман-то беги. Жесть. Жесть вообще. Жесть. Очередная секция. Прямо, прямо! Прямо! Назад! Сюда? Что за нахуй? Штурман оператор тире. Стой! Че, сесть мне не надо? Да, короче, сел я. Полез, полез.
Да не отдаёшь, Серёжа, ну чё, блин? Всё. Стой. Я внизу сразу залазь в машину. Время не теряй. Да, это камешек попал кого. Давай, ты какой язык, кузик, кузик. Во, Жора, надо арки лезать. Ему лучше было не садиться, пробежать до рядом, да и все. Надо было. О, нифига. Мажу молодик вообще. Ну все, бы ничего, на вешке спит. А, точно. Ой-ой-ой. Как кажется, да? У тебя нету никого на секции. Да, поехали ко мне. О, там! Тут бугор! Блин, назад. Не, надо там. Хайджек! На брюхо сел, блин. Там у него на спидометре до сколько сейчас интересно? 180, походу. Наверное. Между сюда заблокированы, нет? Не-не-не, у него нету ничего. Ну, задняя арка сильно. О, все, пиздец сейчас. А, ничего. А, диагоналка? А, да, да. И ходиком. Ну, вообще замечательно. Вот, правильно, а то, мол, советы тут стоят, а? Ходиком, что? Оба!